Мы уже сели в автобус, и сейчас я буду от мамы покупать билетики. Там, где небо со степью рождает восход, рождает восход, рождает восход. И душа обретает желанный покой. Мы уже тронулись из чужих городов, из чужих городов. Каждый раз я стремлюсь всею душой, всею душой. И пусть нас разделяют с тобой километры дорог, километры дорог. Я хочу хоть во сне возвратиться туда, где бескрайние степи, где родимый исток, где родимый исток, и где рады мне будут, рады мне будут всегда. Никуда бы не вела меня кочевая судьба, я всегда возвращаюсь к тебе, моя Элиста. Мне не станут другие родней никогда города. Я душой стремлюсь в моей степи всегда. И при этом не глотать. По любимым местам, там, где детство и юность беспечно прошли, беспечно прошли. Убедиться опять, что моя Элиста, что моя Элиста, самый добрый и лучший город земли. Кочевая судьба, я всегда возвращаюсь к тебе, моя Элиста. Мне не станут другие родней никогда города. Я душой стремлюсь в моей степи всегда. Автобуса, и у меня падает рюкзак. Вот мой двоюродный брат и мама. Тут сидят. Фу, ты, Аня, что-то есть, что ли? Не, хотя коров тут нет, откуда тут должно быть? А Эльвеша не видно? Просто у меня двоюродный брат старший там работает. Эльвеша, тут коров их нету, а вот твоих скоро будет куча. Как смешно. Тут хатоны. И кажется, тут пахнет только. Где все тюльпанчики, а? Где тюльпаны? Я не вижу ни одного. Мне жарко. Ну, я капюшон. Где капюшон? Я еще раз говорю. Тюльпаны, они подальше, чтобы... Там сладкая вода валяется. Сюда сделаю. Подальше сделаю, чтобы не родить тюльпаны.
маме. Так пошлите туда подальше как раз-таки. Тут шкуры животных, как я понимаю, тут ягненок, кстати, очень пушистый. И лисичка бедненькая. Сухая. А еще тут лошадки такие прикольные. Прикольно. Классно, кстати, очень. И тут мальчик играет на домбре. И тут должна быть где-то моя тетя стоять. Пока что я не вижу. Ага. А верно, это не она? Не она. Показалось. Я бы узнал свою маму. Ага. Нету. Короче, тут такое себе, если честно. Все ужасное. И тут нету моей тети почему-то. Меня забыли люди. Берег со вкусом клубники. Когда мы такие видели, калмыки от этого бы удивились очень сильно. Классно. Да, берег натуральный. Избушка на курьих ножках с этим. С Angry Birds? Да, с Angry Birds. Ты что тут забыл? Мы с свиньями должны сражаться. Детей и девочек. Не беги. А вот тут можно брать? Нет, конечно. Ага, а там взяла, значит, да? Тут кибитка в кибитке. А это что здесь делает? Это ручная работа. Можете приобрести. Понятно. Да-да. Калмычки, шкатулки. У меня такая же есть. Да. Вот тут украшенишки. Из бисера. А? Ну да. Из бисера. Лампадка. И тут опять чемоданчик. И очень, кстати, красивая это. А тут дырки нету. У нас, видать, тут поочередно дырка есть, дырка нету. И тут опять маханчик. Как дрова. Да. Коровьи лепешки использовали как дрова. У нас толкушка, скажем так, которая делает масло из лошадиного молока. Тут еще у нас чашка, кастрюлька, можно сказать. И что-то, ой, что-то, что я открыла. Там, и там это голова. Тоже, это еще один. Ну что ж, пошли. Лошадочки такие красивые, лошадочки. Я люблю. О, господи. А какие красивые, а? Не правда ли? Лошадочки. Настоящие калмыцкие кони. А? Красота какая, не правда ли? Мне почему-то нравится больше всего вот это вот. Красивая. Ой, у нас скачки будут. Скачки — это интересно. Мама. Она подошла слишком быстро. Мне как-то жалко, они их бьют. Лошадки убежали. А, я купила сейчас этот. Смотри, там лоу. Ага. Три кота. Покупайте. Ладно, все. Шашатка. Какая хорошая. А если я ее трону, что будет? Она мягкая. Она мягкая. Хорошая. Да, ковер. А ты какая хорошая. Хорошая? Какая она спокойная, а? Такое ощущение, то, что она беременная. Нет, она просто толстенькая. Ой, хотя бы запах шашлыков перебивает противоположность лошадок. Мама! Господи, боже мой, извини. Вот такой. Что? Это не орел? Это не орел, это ворона. Да. Мел. Где-то. С белой башкой. Ничего подобного. Замерзли, наверное. Ой. Пойдем. Ага. Заболеет 100%. Тут еще есть люлька с куклой.
Какой-то ребенок. Интересно. Ну что, как-то она слишком качается, нет? Нормально. Для ребенка самый раз. Для очень орущего ребенка. Ветер будет его качать и успокаивать. Окей. Тут женская сторона. А там еще женственная зона. А там мужская. То что-то тут перемешали кровать, если честно. Но зато... местами перепутали. Да. Но то красивая кроватка очень. Я бы даже не против была на такой поспать. Вроде тут все. Чупа-чупсик. Вот это серебристый, это кока-кола. Красный, да, красный это этот. У меня есть чупа-чупс в виде берега. Надеюсь, вы это видите. Зато тут лошадочки. Я хочу подойти к ним поближе. Вон, смотрите, какая лошадка. А им надо с той стороны подходить. Ладно, пошли с той стороны. Да что тут опасно. И еще тут бомбы. Так, тут у нас какой-то более буддийский, более буддийская палатка. Тут положено ложить, вернее, белую и желтенькую монетку по нашему обычаю. Тут главная лампадка, все остальное и ланчбоксы. Ну ладно, не важно. Тут посередине Будда и нету дырки. Так, тут опять такая же кибитка, такая же. Стол. Маханчик. Стол, кстати, есть. И есть дырка. Я же угадала. И раз через раз. Есть дырка, есть нет дырки. А это, можно сказать, наш самогонный аппарат. Как смешно. Тут, короче... можно? Тут как-то приукрасили больно мебель. Ну ладно, все равно красиво. И там добра. Калмыцкая головоломка. Нужно освободить палку от колец. Палочку. Палочку. И что здесь делать бумажный полотенце? Мне интересно знать. Не знаю. Ну ладно. Пошли, мама. Неужели? Это тюльпаны. Они, кажется, искусственные. Они искусственные. Похоже, не суждено нам найти тюльпаны.